Здравствуйте, вы смотрите информационную программу «События». В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Оставайтесь дома. Управляющие микрорайонами обходят квартиры граждан и напоминают о соблюдении режима самоизоляции. Амфитеатр и современная детская площадка. Самарский сквер Высоцкого преобразился по областному проекту содействия. Праздник света и новые надежды. В Самаре зажгли первую свечу Хануки. За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 283 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 25 055. Такие данные в четверг, 10 декабря, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 305 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписали 22 836 пациентов. Работу ковидных госпиталей в Самарской области проверили специалисты ФМБА. Об этом в своем инстаграме сообщил глава региона Дмитрий Азаров. Цитата. «Для повышения качества оказания медпомощи в ковид-госпиталях провел переговоры с руководителем ФМБА России Вероникой Скворцовой. В результате с 3 декабря у нас в регионе работают специалисты агентства. За это время они изучили, как организован процесс в четырех больницах Самары и совместно с нашими медиками скоординировали работу учреждений. Со следующей недели они выезжают в другие медучреждения, в том числе в Тольятти и Сызрань. Уверен, совместная работа и решения принесут результат, а значит, позволят спасти не одну жизнь». Конец цитаты. В Самаре по поручению областного оперштаба по коронавирусу управляющие микрорайонами проводят поквартирный обход граждан старше 65 лет, чтобы напомнить о правилах безопасности и соблюдении самоизоляции. Сейчас эти жители находятся в группе риска, им необходимо быть наиболее осторожными и внимательными к своему здоровью. В один из таких обходов отправилась Светлана Кудрявцева. Анна Николаевна, управляющая микрорайоном. Зульфия Шалимой ежедневно обходит пожилых граждан, чтобы узнать, не нужна ли помощь, и предупредить о соблюдении режима самоизоляции. Соблюдайте самоизоляцию, не выходите из дома. Мы соблюдаем. Да, не подвергайте себя опасности. Угу. Все, спасибо большое. Соблюдаем. Спасибо за предупреждение. Всем людям старшего поколения напоминают, куда обратиться, если нужно купить продукты и лекарства. Их пенсионерам доставляют волонтеры, а также соцработники. Все приносят, и дети мои, и забота вот со стороны волонтеров. И очень часто в окно вижу волонтеров с сумками. У нас теперь на самоизоляции развлечение около окошечек, смотреть на волонтеров. Всего в микрорайоне Зульфии Шлемо в железнодорожном районе Самары около 1000 граждан, которым за 65. Управляющая к одним из них приходит лично, с другими общается по домофону и каждый день расклеивает на подъездах памятки с напоминанием оставаться дома. Все мероприятия проходят с соблюдением требований Роспотребнадзора. Мы не заходим в квартиру, мы общаемся на лестничной площадке, соблюдая дистанцию в 1,5 метра. То есть контакта такого близкого у нас нету с людьми пожилыми. Обзванивают пенсионеров и сотрудники районных администраций. Вам помощь какая-нибудь нужна, например, волонтеров, чтобы еду, таблеточки приносили? Нет, спасибо. Внук у меня ходит за продуктами. Всего доброго, до свидания. Спасибо за работу. Подобная работа идет во всех районах Самары. Представители администрации, общественники, управляющие микрорайонами, сотрудники управляющих компаний напоминают пожилым гражданам, что в ближайшее время из-за непростой эпидобстановки по коронавирусу людям старше 65 лет желательно оставаться дома. Напомним, что в Самаре в рамках всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса «Мы вместе» работают волонтеры. Они помогают пожилым в доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости. Оставить заявку можно по телефонам горячей линии. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Аппараты УЗИ, ЭКГ и рефрактометр, который измеряет роговицу глаза. С сегодняшнего дня на вооружении детского отделения Самарской медсанчасти номер 2. Теперь проводить диагностику станет легче, а лечение будет более эффективным. Оборудование в больнице появилось благодаря национальному проекту здравоохранения. Гульфия Сафина подробнее. Оценить состояние, радиус и кривизну роговицы, чтобы выявить остроту зрения и поставить точный диагноз. Современный авторефрактометр в кабинете офтальмолога ощутимо ускорил прием маленьких пациентов. Мы работаем с детьми. Кто-то не знает картинок, кто-то еще не выучил буквы. Данный прибор позволяет нам определить рефракцию, независимо от уровня подготовки данного ребенка.
А в отделении кардиологии новый аппарат ЭКГ. По словам детского кардиолога Натальи Додуровой, он решил самую большую проблему в обследовании маленьких пациентов. Аппарат рассчитан именно на детей. Его электроды фиксируются надежно. Мы не можем ребенка смотреть вот в этом же состоянии, в котором он находится. Не обязательно, чтобы надо успокаивать, чтобы он спокойно лежал. Нет, потому что это ребенку уже не объяснишь, что надо снять электрокардиограмму в спокойном состоянии. Новое оборудование в детском отделении медсанчасти номер 2 появилось благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Его реализация в регионе на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова. Обновление технической базы именно в этом году было действительно важным, рассказывают в медицинском учреждении. Мы можем принять большее количество детей, приблизили медицину к пациенту. Мы можем некоторые обследования, в том числе обследование УЗИ, проводить на дому, маломобильным пациентам, пациентам, которым противопоказано посещение поликлиники. В рамках нацпроекта 39 детских медучреждений в этом году получат более 80 единиц оборудования. Это и компьютерные томографы, и рентгены, и аппараты УЗИ, чтобы детей не возили на обследование во взрослые поликлиники и стационары. Гульфия Сафина, «События». Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству и профильным ведомствам проконтролировать ситуацию с ценами на продукты. В Госдуме приняли закон об удаленке. Он вступит в силу 1 января. Почти 70% жителей России перешли в режим экономии и тратят свои финансовые средства по минимуму. Обо всем подробнее в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте, вы смотрите «Новости экономики». Расскажу о них я, Виктория Шаре. В четверг, 10 декабря, курс доллара снизился на 0,48% до 73 рублей 30 копеек. Курс евро немного упал и составил 88 рублей 94 копейки. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent составляет 49 долларов 8 центов за баррель. На заседании Кабмина премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству и профильным ведомствам подготовиться к отдельному совещанию о росте цен на продукты. Министрам сельского хозяйства, экономического развития, промышленности и торговли поручили проконтролировать ситуацию с ценами на продукты в рознице, о которых говорил президент, и проработать этот вопрос с крупнейшими торговыми сетями. ФАС поручено ежедневно отслеживать ситуацию с ценами на продукты и еженедельно докладывать о ней на оперативном совещании. Мишустин отметил, что если президент страны указывает на рост цен, значит, работа профильных структур и их руководителей дает сбой. Премьер-министр отметил, что дефицита продуктов нет. Их производится достаточно, чтобы обеспечить всех потребителей. В Госдуме в третьем чтении приняли закон об удаленке. Он вступит в силу 1 января 2021 года. Постановление правительства обязывает перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, но удаленное рабочее место не ограничивается ноутбуком, подключенным к интернету. Для полноценной работы необходимо обеспечить безопасность всех возможных подключений, стабильность работы сервисов, а главное – сохранить и повысить эффективность. Только при соблюдении всех этих критериев компания продолжит полноценно работать и развиваться, а люди станут чувствовать себя комфортнее, работая из дома. В самом начале пандемии многие компании столкнулись с существенными сложностями, пытаясь перевести сотрудников на удаленку. Хотя сам по себе переход на дистанционную работу открывает для бизнеса новые возможности, делая его более гибким и устойчивым к любым кризисам. Например, можно нанимать больше сотрудников без привязки к их месту жительства, предоставляя им гибкий график и создавая новые рабочие места без трат на аренду офисов или покупку дорогостоящей техники. Почти 70% жителей России перешли в режим экономии и тратят свои финансовые средства по минимуму. Таковы данные опроса ВЦИОМ. Также больше половины респондентов думают, что сейчас неудачное время для крупных покупок. Благоприятным же периодом для подобных трат текущий момент считает каждый четвертый респондент. Помимо этого, 75% опрошенных считают плохой идеей брать кредит. Это были новости экономики. Берегите ваши финансы. Из аварийного жилья в новострой. Самарцы, проживающие в аварийном фонде в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», продолжают получать отдельные благоустроенные квартиры со всеми удобствами. Процедура закупки жилья для 465 семей уже запущена. Слово мэрии Лучан.
В новом жилье и места больше, и есть все необходимое. В доме 9А по улице Василия Татищева в Алгаре городские власти выкупили 35 квартир. Все они с чистовой отделкой, оснащенные сантехникой, плитой, пожарной сигнализацией, счетчиками и регуляторами тепла, готовы принимать переселенцев из аварийных домов. Если семья в старом фонде занимала трехкомнатную квартиру, то и при переселении она должна получить равнозначное жилье по количеству комнат и не меньшего метража. Расселение горожан преследует главную цель – безопасность граждан. Это однозначно безопасно, ибо это новое строение, новый дом с гарантией от застройщика. То есть также, кстати, есть гарантия на ремонтные работы. Вот порядка года, несколько лет на некоторые там, сантехнические приборы и так далее. То есть все это передается вместе с документацией, со счетчиками. Абсолютно новое, готовое к проживанию жилье. Процедура закупки квартир для 465 семей, нанимателей, попавших во второй этап переселения из аварийного жилья, уже запущена и находится на постоянном контроле профильного департамента и городских властей. Все это благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». В программу вошли дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Ее планируется реализовать в 6 этапов. Общая расселяемая аварийная площадь составит более 150 тысяч квадратных метров. Первый этап стартовал в 2019 году – и практически завершен. Более 300 семей выехали в новое жилье. Сейчас находимся на стадии реализации завершения первого этапа и активной фазы второго этапа. Со следующего года мы будем запускать уже третий этап. Наша обязанность по законодательству нанимателям, гражданам, проживающим в нашем муниципальном жилом фонде, предоставить жилье. В нашем городе реализуется это через закупку нового жилья на первичном рынке. Вторичный рынок мы в этом случае не используем, что считаем нашим плюсом и особым благом для граждан. В ходе первого и второго этапов более 800 самарских семей до конца 2021 года покинут аварийные помещения. 348 из них, включая собственников коммуналок, получат новые изолированные квартиры или деньги на их покупку в зависимости от их выбора. Мария Елчан, Григорий Плешаков, «События». В пятницу в Самаре проведут автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных детских садах на 2020-2021 учебный год. Места будут раздавать на основании следующих критериев. Наличие у родителей ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места в соответствии с действующими федеральным и региональным законодательствами, дата регистрации ребенка в электронном реестре, возраста ребенка по состоянию к 1 сентября 2020 года, направленности группы. Если ребенку предоставлено место, родители должны в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения обратиться в детский сад для письменного подтверждения того, что ребенок пойдет именно в это учреждение. Для письменного подтверждения несогласия с предоставленным местом необходимо обращаться в МФЦ. В Самаре благоустроили сквер имени Владимира Высоцкого. Площадку привели в порядок по губернаторскому проекту «Содействие». Свои идеи по преображению предлагали горожане. Обновленный сквер оценила Мария Левина. Ирина Чебыкина живет в Самарском районе и любит проводить время в сквере Высоцкого. Прогуляться с внуками и просто посидеть в уютном уголке города. Говорит, после того, как сквер благоустроили, проводить здесь время стало еще приятнее. Очень востребовано. Все это как бы доступно, детям удобно. Очень-очень им нравится. У меня старший внук сейчас вот придет. Сквер благоустроили по губернаторскому проекту «Содействие». Преображали его в два этапа. Сначала здесь появился амфитеатр, а сейчас открыли гитар-парк с современной детской площадкой. Своим названием он обязан большому арт-объекту на входе в игровую зону в форме гитары, которую не выпускал из рук Владимир Высоцкий. Идея, задумка интересная была, так сказать, теми, кто проектировал этот сквер. Вот я думаю, что такого арт-объекта в Самаре еще подобного не было. Проект составляли архитекторы, городские власти и местные жители. Проводились регулярные встречи и переговоры, рассказывает представитель инициативной группы Ирина Волкова. Но результат превзошел ожидания. Вот мы получили то, что есть. То есть вот эта система и это вот как раз содействие, да, так называемое, оно работает. И сами мы видим, вот это налицо у нас. Это вот первый проект, это вот у нас сцена, это вот комплекс у нас со сценой. И второй, это у нас гитар-парк. Место знаковое и востребованное. Во-первых, оно находится в самом центре города, в сердце города Самары. Оно пользовалось и до этого популярностью, но многие жители обращались именно за обновлением детской площадки, потому что деток очень много. Те малые архитектурные формы, которые были, они устарели. И вышли с предложением, соответственно, построили вот такие вот хорошие горки. В этом году в плане благоустройства по проекту «Содействие» свыше 20 территорий. Как меняется Самара, замечает каждый житель и гость города.
Уже сейчас главы внутригородских районов наметили план преобразований на 2021 год. В Самарском районе хотят привести в порядок площадку возле детского сада на Максима Горького, что находится через дорогу от набережной. Мария Левина, Николай Епифанов. События. Первую свечу Хануки зажгли без массовых торжеств. Еврейский праздник света проходит в онлайн-формате. В сети интернет организованы трансляции из центральных синагог. На улице Ленинградской, в Самаре, возле светильника люди собрались малым составом, чтобы не нарушать социальную дистанцию. Впрочем, каждый может зажечь такую же свечу дома, а потом еще 7 в память о чудесном событии, произошедшем при освящении Иерусалимского храма более 2000 лет назад. Олег Зверев изучил библейскую историю. Праздник света и добрых надежд Ханука считается радостным детским торжеством. Однако в этом году первую свечу миноры на улице Самары зажигают малым составом. Массовые мероприятия отменены. Это противоэпидемические требования. Впрочем, все желающие могут зажечь ханукальные свечи дома и встретить праздник согласно иудейской традиции. Мы всегда зажигаем дома. Каждая еврейская семья зажигает дома ханукальные миноры. В этот год еще больше. Мы раздавали тысячами, тысячами ханукальная менора, что каждый может зажигать у себя дома. И именно, когда мы увеличиваем каждый свет у нас дома, мы уверены, что это будет помочь, что все, которые вокруг нас, будут здоровы и будут радостны. Библейскому повествованию, в память о котором установлено торжество, более 2000 лет. Греческие завоеватели, язычники, осквернили Иерусалимский храм в 170 году до нашей эры. Повстанцы Маковеи, которых чтят разные религиозные конфессии, освободили храм, а для его освящения требовалось кошерное масло. Тогда совершилось чудо. На небольшом количестве масла светильник горел 8 дней, необходимых для приготовления нового. В память о чудесном явлении в еврейской традиции зажигать свечи всю неделю, каждый день по одной, и совершать дела милосердия. Каждый вечером зажигаем, это ханукия, это специальный подсвечник для ханука, и все собираются вместе, весь семьей, и садимся вместе первые полчаса около свечи, поем ханукальные песни все вместе, атмосфера очень теплая, радостная, семейная, и потом уже пончики, латки, играем дрейдл. В том, что ханукальные свечи зажигаются постепенно, заключен глубокий смысл. Мир невозможно сделать совершенным сразу. Однако ежедневные добрые поступки чудесно изменяют его к лучшему. Важно только не отчаиваться и верить в помощь Всевышнего и хранить в душе свет Хануки, так же, как и далекие предки, более 2000 лет назад освободившие Иерусалимский храм. Олег Зверев, Максим Гусев. События. В парке имени Гагарина открылся каток. Все желающие смогут воспользоваться пунктом проката коньков. Он будет работать с учетом всех требований Роспотребнадзора. Где еще в Самаре откроются ледовые площадки, узнала Лариса Шлафаст. Пункт проката коньков в парке Гагарина готовится к открытию. В этом году особое внимание уделяют дезинфекции помещения и инвентаря. Специальным обеззараживающим раствором покрывают все, до чего могут дотронуться люди. Также социальная дистанция и масочный режим обязательны для всех посетителей. Пункт проката у нас оснащен всем необходимым. Это перчатки, маски. У нас в наличии имеются бакилы. Люди ими пользуются, мы их выдаем. Помимо парка Гагарина, в этом году ледовые площадки подготовили в парке Дружбы, 50-летие Октября и парке Победы. Пункты проката инвентаря везде будут работать с учетом требований Роспотребнадзора. Обрабатывать будут перед началом работы. Потом будем делать небольшой перерыв в работе, то есть просить людей выходить из пункта проката, будем обрабатывать в течение одного дня. И по завершении рабочего дня также будем обрабатывать территорию. Уже начали работу катки на набережной и на площади Куйбышева. Также этой зимой в Самаре откроются более 120 бесплатных ледовых площадок во дворах и при школах. Лариса Шлафаст, Максим Гусев. События. Юные хоккеисты начали погоню за золотой шайбой. В Самаре стартовали отборочные соревнования на городской этап всероссийского турнира. За путевку в следующий круг состязаний сражаются 7 команд в двух возрастных категориях. С претендентами на медали познакомился наш корреспондент. Дмитрий Гущин за 5 лет игры в любительском хоккее сменил несколько команд. Начинал в клубе «Космический аллигатор» и сейчас играет за 141-ю школу. Подростки решили попробовать свои силы в популярном турнире среди дворовых команд «Золотая шайба». Надеются выиграть не только районный отборочный этап, но и городские соревнования.
Играть будет сложно, так как всего лишь одна пятерка и два человека на замену. Естественно, всю игру надо будет беречь силы. Я думаю, мы справимся и выиграем. Команда «Медведи», который год пытается пробиться через сито отбора районного масштаба на городские соревнования «Золотая шайба». Но пока не везет. Хоккеисты терпят одни поражения. И это не мудрено. «Медведи» привыкли играть не в канадский хоккей с шайбой, а в русский с мячом. А это два абсолютно разных вида спорта, рассказывает тренер Максим Пахомов, мастер спорта, чемпион России. Шайба – это для детей небольшой турнир. Пусть почувствуют разницу между мячом и шайбой. Выигрывать в любом виде спорта приятно. Согласен, если мы выиграем, это хорошо. Но наша задача где-то какие-то наработки доработать, покататься, поиграть, получить удовольствие. Отборочный турнир «Золотая шайба» в промышленном районе проходит уже пятый год. Начинали с четырех команд. Сейчас за путевку на городские соревнования сражаются 7 спортивных коллективов в двух возрастных категориях – мальчишкам от 11 до 14 лет. Такой скачок популярности хоккея с шайбой в районе связан со строительством спортивных площадок и работой тренеров по месту жительства, уверены организаторы турнира. Не зря наша команда «Союз» в прошлом году заняла первое место на городском этапе «Золотая шайба». Также победила на областном этапе и представляла нашу Самару в городе Сочи на федеральном этапе. И будем стараться, чтобы количество хоккейных команд у нас росло. Турнир «Золотая шайба» в промышленном районе в самом разгаре. Явный лидер пока не просматривается. Все решится в заключительный день соревнований. Победитель продолжит играть уже в городском турнире в январе 2021 года. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Теперь о взрослых хоккеистах. Самарский ЦСКА ВС переиграл на домашнем льду одного из лидеров высшей хоккейной лиги – пензенский «Дизель». Подопечные Павла Десяткова не пропустили ни одной шайбы, несмотря на то, что вышли на поединок без трех основных защитников. Как развивались события в матче, расскажет наш корреспондент Анатолий Головко. Самарские летчики одержали уверенную победу над «Дизелем» из Пензы, третьей командой первенства ВХЛ. Первый период подопечные Павла Десяткова провели с подавляющим преимуществом. Гости не смогли создать ни одного опасного момента у ворот соперника. ЦСКА ВВС отличился усилиями Никиты Михайлова. Он забросил шайбу в численном большинстве. Во втором отрезке встречи гости прибавили, но удача вновь улыбнулась летчикам. Итоговый счет на табло установил Алексей Басков – 2-0. В третьем периоде волжане играли по счету и довели поединок до уверенной победы. Павел Десятков отметил, что его хоккеисты справились с поставленной задачей. Вратарь сыграл на ноль сегодня. В принципе, вся команда сегодня пласталась. Вот, я скажу, что мы выездную серию тоже хорошо играли, но где-то не хватало нам немножко дожать. Наставник гостей Алексей Ваулин заявил, что его команда провалила первый отрезок встречи. И вратарь соперника, и ребята блокировали все наши броски, очень мало, скажем так, давали нам шансов. Ну, ничего, готовимся к Тольятти, соперник с победой. После этого матча ЦСКА ВВС занимает 22-ю строчку в турнирной таблице и сохраняет шансы побороться за участие в плей-офф ВХЛ. Следующий поединок самарцы проведут дома 11 декабря. Они померятся силами с казанским «Барсом». Стартовый свисток прозвучит в 19:00. Игра пройдет в закрытом формате, без зрителей. Анатолий Головко. События. Телеканал «Самара ГИС» проводит конкурс новогодних стихов. Если вы или ваш ребенок хотите принять в нем участие, запишите на видео новогоднее поздравление. Пришлите ролик на почту, указанную на экране, или поделитесь в своих соцсетях с хэштегом «Стих для Деда Мороза ГИС». Впереди сугы, хлопы, санки, едем с горки с позаранку, и снеговика потом лепим всем нашим двором. Не переживайте, если что-то не получается. Чем трогательнее получится видео, тем лучше. Мы ждем даже неудачные дубли. Смонтировать их помогут наши режиссеры. Все стихотворения мы разместим на нашем сайте и в соцсетях, а лучшие покажем в эфире на телеканале «Самара ГИС». На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт «Самара ГИС», подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Будьте здоровы. Всего вам самого доброго. We'll be right back.